Приветствую, друзья. Приглашаю вас в коллективный разум. Картина писалась мною с участием ваших советов, и теперь ее пора окончить. Напишите, чего там не хватает, что добавить, что убавить, и давайте вместе сообща создадим название. И второе объявление. У нас бесплатный ликбез был буквально полторы недели назад. И там я говорил, что вебинар будет стоить 15 тысяч, но не удержался и все-таки снизил цену. Несмотря на то, что сейчас VPN, сейчас вот не могут участвовать. Ну, снизил цену. Это уж я сделал так, чтобы это было доступно. И все равно мне написала дама о том, что будет ли там что-то новое. Я прошу вас отписаться, мадам. Значит, вы не в курсе, чем мы занимаемся в нашей школе. И мужчина написал, почему 7 тысяч? Потому что вы не смотрели прошлый ликбез. И, видимо, не смотрите мои ролики. А зачем нам балласт, который не в курсе, чем мы занимаемся? Пожалуйста, на вебинар приходите только те, кому это на самом деле нужно. На каждом вебинаре я даю новое. И при этом хорошо проверенное. Вначале было слово. Помните, откуда это? Так чтобы это слово сказать, надо создать это изобретение на всех наших бесплатных ликбезах и на всех наших вебинарах. Все зависит от вас. Какие вы задаете вопросы, я даю и там, раскрываю полностью все, что по этому поводу думаю, в ответе. Пожалуйста, у вас же есть выбор. И потом мне звонят постоянно и просят помощи. Я ее тоже делаю бесплатно. Не заставляйте меня оправдываться. Друзья, кто на это способен, пожалуйста, подумайте, какой вопрос задать наиболее интересный и на ликбезе, и на вебинаре. До встречи.